Всем привет! Итак, у нас еще остались задания в Сапиенсе. Не сюжетные, но второстепенные, такие как Идол, Обвал и Автор. Начнем мы, соответственно, с Идола. Давайте посмотрим, что здесь. Доброе утро, 47-й. Ты отправляешься в приморский городок Сапиенса, где наш клиент, Авентуара Пикчерс, проводит съемки фильма о супергерое, основанном на комиксе Идол. Твоя цель — Дино Боско, режиссер и главный актер фильма. А потерявший популярность актер Боско видит в Идоле возможность вернуться на большие экраны. К сожалению, его ярый перфекционизм и неумелое обращение с бюджетом почти что привели Авентуру к банкротству. Но он все равно упрямо отказывается завершить съемки. Авентура не может уволить Боско, не нарушив при этом условий контракта. Поэтому он нанял нас, чтобы избавиться от него и избежать закрытия киностудии. Готовься. Хорошо, что сделали хоть какую-то сюжетную вставку к этому, потому что когда мы этих праздничных воротил, праздничных загребал делали, то там ничего подобного не было. Или было? По-моему, не было, оно просто как-то не запомнилось. Так, итальянский костюм, ну, можно оставить, конечно. Или может в костюме Рипера на этот раз попробовать. В конце концов, мы ночью будем. Нет, давайте в итальянском походим. Погнали. Так, ничего интересного не происходит. Понял. Что-то не припомню, что такое закон Мёрфи. Ну-ка, давайте чисто интереса ради сейчас загуглим это все дело по-быстрому. Так, ну-ка. Сейчас мы спросим у Гугла. Что такое закон Мёрфи? Ага, все, что может пойти не так, пойдет не так. Вот так вот, замечательно. Достаточно доступно нам объяснили. Так, ну, двигаемся. Так. Это же спичка, чертова спичка. О чем, кто, где. Идолу должна грозить опасность, зрители должны замереть от изумления. И это все, на что мы способны? Ну, в конце концов. Я не прошу невозможно, просто устройте мне долбанное пекло. Соберитесь. Забавно, что у него пуленепробиваемый костюм, конечно. Стоп, камера пошла, мне нужно знать. Ладно, мотор. Ого, нифига эта штука, действительно, робот. Вот это поворот. Ну, при этом тут собрались люди, которые смотрим на начало. All right there? Так, значит, отравить просто так не получится воду. Так, ага. Так, ну я... Если вы снова попытаетесь меня укокошить, мой призрак будет преследовать вас до конца жизни. Ясно? Так, ну я на самом деле не вижу особого смысла озвучивать вот эти его команды на площадке. Так, это мы возьмем. И все, что ли? Больше ничего тут интересного для нас нету. Так, это запретная зона, а тот товарищ чуть ли не пристально на нас уставился. Опа, возможность какая-то. Ну-ка. Угу. Какие-то взрывы. Интересно, интересно. Идем пока дальше. Меня сняла камера видеонаблюдения. Здесь? Серьезно? Интересно, где она была?
Так, ну в туалете для нас ничего. Ого, сюда можно было еще забраться через окно, но ладно. Пока непонятно, на кой нам эта комната. Опа. А, это повар, точно. Я думал, что кто-то еще сюда забрел. Так, ну вообще, похоже на квартиру, апартаменты вот этого товарища, скорее всего, он тут живет. Каких-то других объяснений пока не вижу. Ага. Так, пока вернемся назад. Посмотрим, что есть еще выше. Хм, красный фонарь. При этом еще выше можно взобраться. Топоры, ломики. А это что такое? Опа! Ну и все. Теперь никто нас больше не увидит. Это Дино Боско, ну да. Но в окно я не полезу. Так, мы попали на самый верх. Блядство. Ну, у нас хотя бы сохранение какое-то есть, допустим, ладно. Но с одной теперь стороны, я не уверен, что все пойдет по плану, и мы за одну серию это пройдем. Ну, посмотрим. Я обычно на серию стараюсь не более часа закладывать. А тут явно понадобится больше. Потому что все-таки это другая карта, мы еще не были на ней. Я думал, нам ту же самую подсунут просто с другими заданиями. Так, на самый верх мы подниматься не будем. Мы сейчас на этот балкон выйдем, исследуем, что он есть на балконе. Но уничтожим, конечно же, для начала камеры. Интересно. Вот эта квартирка. Тут абсолютно ничего для меня интересного нету. That is Dino Bosco. Диана любезно каждый раз мне напоминает, кто это есть. Так, теперь мы будем долго-долго спускаться вниз. Ну, не то чтобы долго, но достаточно. Так, сохранимся хотя бы. Будем радоваться тому, что мы... Нет, не это. Вот это. Отключили видеонаблюдение. Но абсолютно меня не радует то, что я пока еще никакую одежду не нашел. Алло, это я. Не знаю, что делать. С Боско совсем все тяжело. Да, я помню, что ты говорил. Не надо меня поучать, да, я знаю, что он мой клиент. И поэтому я устроила эту встречу, чтобы создать новостной повод. Но он выделывается. Что ты говоришь, сломать что-нибудь на площадке? Чтобы ему пришлось? Это даже не смешно, он и сам отлично справляется. Портит фильм и свою карьеру с своим раздутым эго.
В окружении преданных фанатов Боска, возможно, раскроет слабое место в своей личности и броне. Встреча с поклонниками — это усложняет задачу, много свидетелей. С другой стороны, если правильно отвлечь внимание, открывается прекрасная возможность. Слушай, козел, я спрашиваю совета, а не просила меня оскорблять. Да, я держусь. Ну, хорошо. Сделаю. Кретин. Ну, похоже на что-то типа снять его со снайперской винтовки или отравить его, но, опять же, это не очень такие интересные. Добудьте маскировку члена съемочной группы наверху где-то. Сука. Ублюдки. Так, вы хотите сказать, мне на самый верх нужно подняться? Я же там был уже, меня оттуда метлой поганой погнали. Ну, давайте проверим. Ага, вон где камера, сучка, была. Зараза такая. Угу. Вот вы как мне предлагаете добыть эту одежду, да? Но нет, вы меня не заставите это сделать. Я уверен, что я ее так могу найти где-нибудь, никого не устраняя. Для этого я сейчас попытаюсь вернуться на улицу, на которую я уже в очередной раз пытался вернуться, но постоянно меня что-нибудь отвлекало. Не можем выйти из четырех этих стен. Все, поэтому надо вернуться на улицу. Отлично. Взрывчатка заложена, да, все готово. Но будет лучше, если мы переключим на ручную детонацию. Так мы сможем все подорвать в момент кульминации, который постоянно меняется. Ну, может быть. Но самое главное, чтобы все взорвалось. Автоматически или вручную? Дело ясное, да? Помощник по кухне. Ну, с одной стороны, мы уже попадали на кухню. Что нам делать там еще раз, непонятно. Тебя что-то не охраняют тут. Так, тут что, конец уровня, что ли, или что? А, тут типа не пройти. Вот тут тоже стоит как бы заграждение по карте, но тут можно пройти. Ну ладно, может, я чего-то не понимаю. Looking fine today, sir. Okay. That's okay. Really? Sorry, don't mind little old me. Sir, I'm afraid you don't have the right clearance. Sorry. Strong stuff. I want to test it before I use it here on the old head. Why? Где возможность? But really potent. Set fire to everything around it. Not handled correctly. По словам техников, по спецэффектам, они экспериментируют с каким-то нестабильным супергорючим. Не сомневаюсь, что ему можно найти достойное применение. Ага, только вот попасть бы туда. И опять же, все упирается в то, что нам нужна одежда
сотрудника съемочной группы. Зачем нам попадать в цветочный магазин? Непонятно. Ну-ка, может, мы охранника вот так отвлечем и проскочим по-быстрому. Ага, гаечный ключ нужен, понятно. Sorry, sir. Can't pass through here. I would have made him more contemporary. Mm-hmm. Ну, не знаю, давайте на кухню проникнем. В конце концов, хотя бы от кухни у нас есть одежда. Может, мы хотя бы там сможем походить спокойно и что-нибудь предпринять. Ага, час от часу не легче. Look, we don't need any cooks messing with stuff here. I'm not coming through. Как мне вот этого товарища обойти? Он тут встал и все. Не, монетки-то с собой даже нету. Тихо, тихо. Hey, look, what you're doing is weird. We don't cut into weirdness around here. Тихо, тихо, не гунди. No chefs here, sorry. Step back and move out. Какая возможность? Я надеюсь, что оно слишком высокое, и Боско угодит прямо в пасть роботу, который его жжет. Какие острые зубы? Может, идол не так уж и неуязвим? Немного повозиться с реквизитом, и его зубы станут смертельно опасны, а Боско выполняет все трюки сам. Всегда приятно, когда актер готов умереть за свое искусство. По словам съемочной группы, у робота из декорации, подвешенного над площадкой, опасные зубы. Кто знает, возможно, Робин способен загрызть кого-нибудь. Но мы уже собрали достаточное количество интересных возможностей. Those little hors d'oeuvres, so cute, tasty. You know, while the mechanical. Но мы все еще не можем попасть на съемочную площадку. Так, ну вот толку, что мы так по-хитрому обошли. Нас охранник запалит вообще на раз. Профит не ясен. Неужели у меня нет возможности никого не устранять? Гаечный ключ отсутствует. Все обращаются ко мне как к повару.
О, у тебя монетки есть. Интересно. Так, загребли все монеты. Попробуем этот дурацкий план реализовать. Да блин. Этот, блин, тоже ходит туда-сюда. Ну, попробуем, чё. С помощью монеток отвлечь этих ребят. Мне вот этого только убрать надо. Тихо, тихо, тихо. Ну и так. Я прокрался куда-то. Эй, козлина, иди, я тебе монетку кинул. Нет? Для тебя это ничего не значит? Вот вы козлы, а. Ну как можно быть таким слепым? Перед тобой человек встал в полный рост, алло. Ой. Попробуем сейчас к фургону прокрасться вот к этому. Блин, здесь нет одежды. Блин, классная штука, конечно, ничего не скажешь. Неужели? Иди. That rat again. Так, ну мы прокрались еще глубже. И это все в одежде повара. На удивление. Но у нас уже закончились монетки. У нас осталась всего одна. Какой-то альтернативный вход, судя по всему. Ага, все понятно. С улицы мы видели сюда вход. Ну, на всякий случай приоткроем дверь, мало ли нам пригодится. Зараза. Меня спалили. Там какая-то желтая коробка была, я хотел посмотреть, что в ней, но меня раньше запалили. Сейчас подождем, пока он уткнется туда, вот, да. Угу. Это, походу, то, что нам нужно. Хранилище топлива. Так, это высокооктановое горючее может оказаться очень нестабильным. Обращайтесь с ним осторожно, но, как знать, его можно будет использовать для великого финала. Идеальный конец третьего акта, так сказать. Шо? Это интересно.
Упс. Дружище идет назад. Мы ее в карман не можем заныкать. Нет, не можем. Ой-ой-ой, какая она шумная. Ну, проходи, мужик. You're coming with me. Understood? Understood, understood. Поэтому я загружусь. Ой, а у меня же в этом сохранении вроде нету еще этого горючего. Блять. Печально. Так. Неловко, конечно, вышло, что я такой заглянул в фургон, и они на меня заглянули. На всякий случай возьму отвертку. Так, ну, залезем наверх. Не знаю зачем, разберемся по ходу. Вот оно чё. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. У нас как раз отверточка с собой была очень... Куда ты допрыгнуть не хочешь, да? Тихо. Ох, меня сейчас спалят, ох, спалят. Сэр, сэр! Вот тебе за это, понял, да? Козлина. Но мне кажется, мы справились с заданием. Сейчас посмотрим. Если там в какой-то сцене его в эти зубы должно засасывать. Так, надеюсь, я... Да, у меня есть отвертка. Сейчас мы подождем, пока он там покурит туда-сюда. Пока сделаем все свои грязные делишки. Так, а я вот что-то... А вон он, да, стоит. Делает свои дела делюганские. Нужно больше сохранений. Сейчас снова ждем. Он проходит. Мы следом. Я бы в тот магазин заглянул. Так, вот они тут стоят. На своем, на том, о сём. Этот уходит. И этот уходит. И на сцену выхожу я.
очень вовремя. Так, ну мне вообще и было смысл сюда заходить? Походу нет. Ничего здесь интересного нету. Мистер? Мистер? Блин, а я что, только наверху у меня сохранение есть, да вашу мать. Ой, ну ладно. Ну там вроде все легко прошло, мы чисто спустились, да и все. Не то чтобы он нам особо нужен был, но да ладно. Упс. Это шумненько. Не стоит так делать. Что у нас там в возможностях про острые зубы было? Угу. 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 Все отлично, меня устраивает. Так, у меня должна была остаться еще монетка. Так, они оба спохватились, но надеюсь, ты именно пойдешь, нет? Упс. Зараза. Как мне выбраться теперь отсюда? Походу меня зажали. Ну, наверное, я могу прокрасться за спиной этих товарищей. И выйти с той стороны. Ну, меня, скорее всего, охранник за жопу схватит. Скажет, что это ты тут делаешь? А может пробраться вглубь площадки сделать, чтобы еще мне тяжелее было потом спастись оттуда? Действительно, почему бы и нет? Так, подожди. Вот сюда нужно прокрасться. Какой-то пневмотрамплин еще можно настроить. А ну, пошли в жопу. Какая штука классная. Так, ну смотрите, мы нашли, чем себя занять. Есть какой-то пневмотрамплин, который можно изговнякать. Только мы заебемся сюда ползти к нему, но попробовать надо. Так. Опа. Ну, короче, я снова зажался в угол.
Excuse me, I don't... Can I help you? Нет, не можешь, иди в жопу. Well done, 47. Now the pressure is on Bosco to give himself a proper farewell. Yeah, I'm talking to you. Ну, у меня почти получилось. Я нашел почти идеальный вариант, как прокрасться, но вот все-таки этот подонок меня в конце запалил. Че, вообще еще раз попробуем. То этих зубов, мне кажется, я не дождусь просто по итогу. Уж больно долго будет это все. Так, вот стоят они, стоят, мешают мне, вся фигня. Так, и вот этот вот чувачок, с ним надо что-то делать, чтобы он куда-нибудь отвалил. Так, он не очень долго так стоит. Все, ко мне нет вопросов. Sorry, chef, you can't come through here. Ага, то есть я достаточно легко могу сливать это так отсюда. Ну блин, это тупо. Что я такой? Так и что? И что тебе надо? Вот придира, а? Вы посмотрите на них. Ладно, я думаю, что мы достаточно повыделывались, можно просто сбежать отсюда и надеяться, что его в эти зубы засосет. Раз мне не суждено найти одежду кого-нибудь из этих товарищей. Да как ты меня спалил? Вот паскуда, а? Вы только посмотрите на них. Как это он так палит? Так, свинтил. Playing secret agent? I would have made him. Kidding me, chef? You can forget about coming in here. What do you think? Ну, вроде без кипиша. Был замечен в запретной зоне, ну да ладно. Может, мне и так 5 звезд дадут. Мимо поваров этих как-то нужно будет. Да хотя мы свои вещи просто напялим и все, чтобы они отвалили от меня. Вот и все. How are you, sir? Да, и у воды особо не постоишь. Все, смотрим, ждем. Когда они разыграют эту сцену. God, you
Хотя что-то ничего подобного мы пока не замечали, чтобы в эти зубы кого-нибудь засасывало. Опа, а мы все это время могли просто здесь перелезть. Пошли взад. Не знаю, зрители от него без ума, но и он был на вершине после съемок убийцы. С Тони Дэйном не прогадаешь. Ага, славные были деньки. Слушайте, может мы тут дойдем до этой, до этого пульта, который мы там видели? До которого безуспешно пытались добраться. Блин, идеально. Так, нам надо только что... Хотя, может, его сейчас сожрет. Нет? Так, сейчас вот этот уходит. И наш выход. Время надавить на Боско и дать ему должное прощальное слово. Блин, отвернись, скотина. Блин, он смотрит в мою сторону. Опа, а что он тут делает? Что происходит? Блять, вот охранник просто встал и смотрел в мою сторону до последнего. Какого хера вообще? Вот так все хорошо шло, нет, он встал и смотрит, встал и смотрит. Ну ёб твою мать, мужик, какого хера, а? Серьезно. Мне и монеты все, блин, закончили. Понял? Козлина. Херели вообще, а? Вот чё вот ты вот смотрел в мою сторону, а, говнюк? Вот, всё, отвернулся наконец-то. Да как? Да как? Вот вы чё внезапно такими зрячими-то стали? Я что-то понять не могу. До этого стояли в шары, долбились и нихера не видели, а тут внезапно прозрели. Ну охереть просто. Этот тоже что-то меня вообще ни с того ни с сего как взял и увидел. Мистер, блять, иди в жопу, скотина. Какого хера? Тот охранник меня сейчас не увидел, зато ты увидел, чё к чему. Будет такими зрячими, я буду кидаться предметами, потому что мне надоедает это. Да сука! Говноед. Ну хоть какая-то отдушина, что я могу ему хотя бы ключом просто в ебасосию накинуть и все. Так, этот отвернулся. Да что ты будешь делать-то? Почему с первого раза-то так все легко получилось? Не знаю, может мне совсем к стене прижаться, потому что, ну, я до этого, конечно, так не делал, но может сейчас мне это поможет. Монеток бы, монеток, но они все разбросаны уже, хер знает где. Отворачивай голову. Уставился в мою сторону, ну-ка, давай. Дайго!
блин, не один, так другой меня заметил, а? Да что ж такое-то? Что ж такое-то? Все ж так хорошо начиналось, а вы все обламываете. Так, все, я здесь сохранюсь, потому что сколько попыток потратил, чтобы пробраться сюда. И надо будет в этот ящик тогда спрятаться. Сейчас вот этот чувак отходит. Мы перелетаем. Now the pressure is on Bosco to give himself a proper farewell performance. Sir? Sir? Да блять, да вы серьезно? Мне отсюда никак не выбежать по-другому. Еще этот придурок сюда приходит. Подождем, ладно. Просто посмотрим, что будет дальше происходить. Вон он пришел. Так, ничего, он делать будет. Блин, вот как раз настройка трамплина на этом пульте. Да что такое, блин, тебя-то вот кто просил оборачиваться, козлина, а? Ай. Столько просидел, прождал и вот нихера в итоге. Тут геймплей осталось на 5 минут, блин, а я вот все не могу доделать. Now the pressure is on Bosco to give himself a proper farewell performance. Да, сука, серьезно, что ли? Мне же совсем немного не хватило. Пытаемся еще раз. Давай, мужик, быстрее. Well done, 47. Now the pressure is on Bosco to give himself a proper farewell performance. Хе-хе-хе-хе-хе, я успел, я успел! Отлично, вообще идеально. Так, ладно, надо линять отсюда. Ну, ну, фух.
Фух, отлично. Какую возможность я реализовал вот эту? Ну и все, отлично. Смотрим, как его сейчас выпилят. Какой осмотр зоны? Зачем? Они что, увидели, что трамплин не работает? Или в чем проблема? Интересно. Так. Они, походу, реально починили трамплин в последнюю секунду, суки, а. Блин. Реально, они починили, суки, трамплин. Так, ладно, назад. То есть нужно в последний момент ломать этот трамплин, походу. Чтобы он залетел именно туда, вверх. В зубы. Так, это придется подгадать момент. Блядство. Снова утопать в сохранениях. Хотя, зачем мне ждать? У меня вот есть, в принципе, сохранение поближе. Где у меня нету, так сказать, лишних подозрений в мою сторону. Но ждать долго. Нужно дождаться, когда он чуть ли не до трамплина дойдет. И чтобы вот этот не подошел и не заметил, что все сломано. Я ключ, наверное, туда кину, чтобы они там чем-нибудь делами какими-нибудь позанимались, поискали его. Так, вот он идет. Ох, сейчас подгадать момент надо будет. Так, и вот сейчас в этот момент нам нужно как-то будет протиснуться. Так как? Видимо, да, ключ надо кидать, чтобы они отвлеклись от меня. Да куда вы смотрите? Это ключ-то туда полетел. Ну, господи. Ай. Хотя, может, они видели, откуда он полетел. Что тоже, с одной стороны, логично. Посмотреть туда, откуда что-то прилетело. Давай. Well done, 47. Now the pressure is on Bosco to give himself a proper farewell performance. Так, вот он сейчас готовится к прыжку своему. Охранник стоит, палит в мою сторону, паскуда.
Так, ну я хотя бы... Хотя бы здесь заныкаюсь. Отлично, у меня получилось. Блять, блять, отлипни! Блин. Чуть-чуть вот не хватило. Вот прям капелечку не хватило. Но, с одной стороны, вот сейчас нужный момент, чтобы как раз сломать это, и он туда улетел. Но это такая реализация, конечно, тупая, что труп замечают. Да, что ты, зараза, смотришь в мою сторону? Блин, видимо, придется убегать на эту подушку. Зараза. Но мы почти справились уже, все, мы нашли неплохой вариант развития этой ситуации. Самое главное сейчас сбежать. Да ты надоел мне! Урод, а? Сколько можно меня палить уже? Я бы уже давным-давно закончил серию, если бы вот не вы, уроды, а, мотающий башкой. Так, и он смотрит в мою сторону. Я здесь снова сохранюсь. В надежде убежать. Отлично. Все, мы справились. Блин, там еще какой-то проход был, ну ладно. Нет ключа? Что? А как мне свинтить отсюда? Я просто не могу просто уйти. Где я ключ-то возьму? Алло. Класс, кайф. А еще я сохраниться не могу. Нет ключа. Серьезно. Вот нельзя было сразу как-то меня об этом предупредить. Где я вам сейчас его найду? Монетку, ну вот, ладно, возьмем. Взять ключ. Серьезно. Чья это машина вообще? О, там еще выход есть. Где-то вдалеке. А мне кажется, за такое устранение нам 4 звезды дадут. Есть альтернативный выход. Не может не радовать. Я сейчас подхожу, там машины. А где ключ?
нифига у него буква H на ремне. Нет, 5 звезд, круто. Ну все, поздравляю, мы справились за одну серию, круто. Е-е-е. Так что давайте прощаться, в следующей серии выполним какое-нибудь еще задание. А на этом всем спасибо за просмотр и до встречи.